Добрый месяц, с вами Саймон, и мы продолжаем играть The Movies. Вот, в общем, как-то так. Давайте продолжим. Мы с вами снимали прекраснейший фильм. Это у нас эмблема Peugeot и Audi одновременно. 0101 написано. Музыка где-то. Кстати, новая камера вот как раз таки. Да? Вот появился мониторчик такой у нашего режиссера, который никогда не работает. Ну, по идее, это как раз таки там и показывается съемка с камеры. Откуда такая музыка? Интересно. Это слишком громко, мне кажется. Вот так вот пойдет. Итак, наш уважаемый Хагмайер. Куда бы тебе еще засунуть-то? Вот мы и в минусах. Что это с тобой? Иди-ка ты. Выпей. Нет. Поесть. Годится, да? Да. Так. Давайте-ка редактируем его. Ну, как-то так. Думаю, тут понятно, на что намек. Пусть будет две роли. Ну нет, под ужасы никто вообще не встает, поэтому будет одна роль. Итак. На самом деле сейчас как-то не хочется особо замудряться на этот счет. Поэтому я просто все удалю. И добавлю сцен 5, так скажем. Давайте автомобиль добавим.
Ну, вот так вот, допустим. Автомобиль никак не сменить. Интересно. Давайте побалуемся. Это знаете, блин, это у нас Астон Мартин или Мерседес, что-то в этом духе. Давайте-ка. Нет, встретимся с вами через секунду. В общем, как-то так. Набросал тут что-то от силы, так на аварию попадаем куда-то туда, и потом происходит необъяснимое. Сойдет, я думаю. Кстати, можно Слонье, а нет, не надо. Итак, хорошо. Нет, нехорошо. Нам нужно также сюда и твикача поставить. Да. Да. Ставим его. Вот, и теперь все в порядке. Так, также давайте-ка посмотрим, вот что можно сделать со сценарием для твикачей. Для каскадеров, если быть точным. Почему они твикачи-то? Не спрашивайте. Не понял. Вообще, зачем это нужно, получается? Не знаю, давайте даже не будем его редактировать, я не знаю, что это даст. Давайте просто сохраним пока что и... В общем-то, посмотрим. Сначала, конечно же, снимем красный грядет. Не, давайте сначала даже снимем трюкачи для ужасного, а потом красный грядет. Вот. Думаю, как-то так. Перетащим их поближе. И начнем пока что кастинг. Сейчас, минуточку.
Ну, непонятно, вообще нет. Давайте-ка лучше сначала забацаем вот это дело. Да. И потом попробуем снять, наверное, вот этот вот фильмец. Хотя нет, я его чуть позже отредактирую. Сейчас просто не хочу этим заниматься. Кажется, я понял, что... окей. Ну что, в этом фильме, то есть, типа, есть трюки, но их и нет. А вот в этом фильме трюки уже есть. И, например, в этом сценарии их два трюка. Вот, то есть, как-то так. Не знаю. Посмотрим, в общем. Это... Давайте-ка, что его отправим. Больниц. Ну давайте. Так, что с тобой? Почему такая музыка? Радостная. Ну и личка. У Овертона. Не узнать. Так, давайте посмотрим свои, так сказать, финансы. В принципе, все так же, как и есть, мы получаем пока что одни убытки, но многое мы сейчас должны заработать, по сути. Смотрите-ка, а травка там между плиток растет. И как же это надо? Ухаживать за плиткой еще получается. Давайте попробуем. А, нет, не сможем. В другой раз. Так. Никто на работу не хочет, да? Итак, как ты? О, да, ты прекрасен. Ну, это хорошо. Итак, фильм можно выпускать. Да, давайте выпустим его. Итак. Ну, прекрасно. Две четвертинка звездочки. Кровь мафии. Поехали. Ha 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 ha!
Ну, как-то так. Ну, посмотрим. Так, 30 месяцев мы его пилили. Очень много, я считаю, почти 100 тысяч мы на него потратили. Тоже очень много. Но много опыта получили, в принципе. Да и вон Солнье. Маленькая восьмеринка. Рейтинга добавилась. Как-то мало отзывов. Ну вот уже и Вебли хвалят. Ну, начинают нас хвалить. В принципе. О, у нас уже есть целая звезда. Ну-ка, ну-ка. Вебли опустился на 23 место. Давайте начинать новый фильм. Итак. Но сначала нужен Вебли. Чтобы это камень. А, это главная жизнь всего лишь. Вебли нужно отдохнуть. Предлагаю всем поесть. Вот, Сонье, поешь с ним вместе. Подожитесь там. Что это у вас? Сода и паста. Ну вот, деньги-то идут. Идут очень неплохо, очень неплохо. Но ну, а тем не менее, думаю, на этом можно и закончить. Большое вам спасибо за просмотр. С вами был Саймон. До новых встреч.